Всем привет! Начали делать прицеп самодельный к легковому автомобилю для перевозки лодок, квадроциклов, снегоходов. Делается на основе газелевских рессор. Труба 60 на 60. Прицеп варится на стальной трубе профильной. Балка также самодельная. Используются девяточные ступицы. Прицеп будет 3 метра длиной, да? 3,5. 3,5 метра длиной. Крепление под паркоп. И вот такой будет кузов. Сейчас он перевернут кверху вниз из алюминиевой доски. Доска у нас 30-я. С той стороны. Вот такой будет прицеп. Когда будет готов, выложим дополнительное видео, чтобы было общее понимание. Вот такой вот размер кузова. Довольно приличный. 3,5 метра длиной. А шириной 1,48 м. 1470 ширина. Ждите продолжения. Первый наш прицеп из алюминия для легкового автомобиля. Кому стало интересно, задавайте вопросы. Можем мы изготовить на заказ такой прицеп. Выглядит очень эстетично. Самое главное, легкий, к покраске не требует. Минимум ухода за ним. Всем блага, добра.